Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир. Я продолжаю проходить игру под названием GTA 5. И как видите, нам написал Wade. Тревор, я видел подлодку в доках на корабле Дейзи Ли. Надо обрезать тросы или найти переключатель, чтобы ее опустить. Ну, я думаю, подводная лодка подождет. Мы сейчас отправимся на другое задание. Вон впереди. Так, еще одно сообщение от него. Такой вертолет есть только на военной базе Форт Занкуда. Следи за другими вертолетами в этой зоне. Возможно, придется избавиться от них в первую очередь. Вертолет, я думаю, тоже подождет. Давайте вот это лучше задание выполним. Эй, ese, ¿qué onda? You say amigo? Where you from, Bato? It's none of your business, okay? Hey, it's a slight accent. Fuck you. Hey, so I grew up in Canada, huh? What's a big fucking deal? You fucking racist! And before you fucking ask, no, I'm not a motherfucker. Обосрались. Только теперь не надо убить 30 человек. Зашибись. Ух, ни хрена себе разбило. Проблем сейчас перебью все эти. За 2 минуты надо, получается, убить 30 человек. Да, в принципе, ничего сложного, я думаю. Главное, чтобы они сами подбегали, и тогда все получится. Ну, где они там? У нас еще 1 минута, а мы только половину убили. Блин, мы можем не успеть, кстати. Вполне. Так что надо поспешить. Так, 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 так. Где, не видно. Ой, падла. Будете знать, как связываться с Тревором. 30 секунд, и надо 5 убить. Твою ж налево, а. Ну все, в принципе, мы успели. Нафиг, черти. Все, 4, 3, 2, 1. Отлично. Сохраним обязательно. Так, и посмотрим, что у нас там дальше. Еще одна бойня появилась. И прям недалеко, но я думаю, эту бойню давайте оставим все-таки на следующую серию. Просто сразу 2 бойни, я думаю, не стоит проходить. Пока, я думаю, давайте переместимся за Майкла. Тут я вижу основной квест за него есть. Подлодка это подождет, хрен с ней. Пока что давайте вернемся к Майклу. Где он хоть сейчас находится-то, а? Он дома, по-моему, у себя. Да, отдыхает. Ну что, Майкл, пора нам с тобой на задание. Так, стоп. Оно что, не в доме, что ли? Ну-ка. Карту.
А они в доме. Давайте тогда выйдем. Где-то за домом, что ли. А, вот. И все равно он в дом заходит, ё-моё, а? What is wrong with you smoking in my house? You know, ever since that psychotic pal of yours turned up, you've turned into an even bigger asshole. Thank you. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said... Так, иди отсюда, а? Hello, ты тут еще будешь мешаться. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes, she's very center. A regular oasis of peace and tranquility, this one. With anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too, please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please, no. No, no. The yoga is for sharing. Come, Miguel, come. Awesome. Майкл, не дури, какая нахрен йога? Ты спокойно так отдыхал, бухал, курил, так вот жена психованная что-то. Загрелась на тебя. No doubts. Why is she driving a tank on hers? Perhaps to deal with your hostility, Michael. Now here is good. We have the sun and the moribunda. Йога. Now we put the asshole to the earth. Yes, we begin each sequence. Tadasana. Yes. Or mountain pose. Alright. Un, deux, trois. Mouth and anus are perfect. Show him, Amanda. Un, deux. Какая хрень вообще? I don't know about this. О, так, направьте ВСД и мышь на заданную позицию, удерживайте пробел на смене направления мышкой, клавиатуры направления для левой руки. Well, let us see what you can do. Чё-то не понял. Так, ладно, вот уже что-то я сделал. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы вдохнуть. Так, для смены управления. Чего это? А что теперь? А, руки в стороны я сделал, зашибись. In and out with the breath, Michael. Now, breathe in. Теперь вдох. Выдох. Какая жесть, а? Michael. Так, теперь опять позу смени, да? Как всегда. It's just the warrior. Это всего лишь поза воин. А как теперь сменить-то? Куда-то наверх надо. А, во-во-во, понял. Now, in through the bloated nose and out through those wrinkled lips. Don't ruin this for me, please. Че, заново что ли? Угораете что ли? Come on. Иди ты налево, ладно, давай. Air through the nose. Вдох-выдох. And out the mouth. Все, есть такое. Let it out, baby. Maintain it. Теперь вот так. Поза воина, как они сказали. Out the mouth. Okay, doc? Out with the breath. Bullshit. Get up. Try again. Я еще не понял, но я все правильно делал. Че сейчас-то не то? Forget that you are fat and you're to death. Видимо, вообще отпускать нельзя, как я понял. In and out with так, вдох-выдох. The breath.
Who would have thought it possible? Now, in through the bloated nose, and out through those wrinkled lips. Странный юг, а? Майкл, это на тебя вообще не похоже, чтобы ты этим занимался. Air through the nose and out the mouth. It moves. Amazing. This is gonna have to do. Now we will do something more. Sometimes when I do this pose, I weep uncontrollably for hours. Чего? Он плачет несколько. Что там было написано? Майка, вали оттуда. Это ненормально. Wow. You feel that? The emotion inside. Let it go. Michael, join us. Okay. I feel like I'm channeling bullshit right now. Какой кошмар, а? You can breathe, can't you? Вдох, выдох. Let it out. Later, you can show a stripper how flexible you are. The silly man forgets Опять to breathe. Вдох, блин. Выдох. Keep it tight. Breathe, Mikkel. Out through those wrinkled lips. Are you taking this seriously, or is this some elaborate way to get at me? Кошмар, это не для Майкла. Now, you breathe. There! Let it go! I'm about to feel some emotions, all right. Remember, children, do not fear the unknown. We are the unknown. Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. He may surprise you. Plank. Plank. Chaturanga. Chatur. Yeah. Feel the flow. Everything is flowing in me. Все, Майкл, прекращай, прошу, это бред какой-то. Would you? Ай, опять. Hold your anus strong, my child. Сожми свой анус. Ай, какой кошмар. Майкл, да чего ты унизил? Breathing is almost the most important thing, no? Out through the mouth. То есть это все опять вот заново делаешь? А нет, этого не было. We need to talk to the kids about having a family session. Take in the air and release it. Exhale. We might be about to witness the first yoga-induced heart attack. Just suck some oxygen into your lungs. The backward eye between your thighs. Your lungs, they work, yes? Out through the mouth. Fabian's body with your bank account would be the perfect man. Breathing is almost the most important thing, no? Lengthen. Strengthen. Breathe, please, Michael. Breathe out, please. If you'd found yoga before, you wouldn't have been that way with Coach. You have come a long way today, Mikkel. Huh? Yes, later you will cry like a baby. Yeah, right. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Show me the downward dog. I'm glad we have helped with your impotence, Mikkel. What'd you say? Your sexual energies have been blocked for too long. Чего? Back. Back, back, yes, there you go. Oh, Enough of that! Хули,
Yoga is the answer, Mikkel. But what is the question? Why am I such a moron? We are leaving, and we are never coming back. Good! You are alone, you pathetic psychopath! Fuck you! And that phony French fucking yogi! Идите в комнату Джимми. Джимми, you still here? Так, погоди, это надо на второй этаж. James, fuck off! А что ж, пошел? Fuck you! You know what? If there was a rape button, I'd be using it right now. Unless you're. А это он опять как всегда не мне. I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? Alright, come on. I want to go for a ride. I gotta meet a friend. Alright, so I'll go meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm not going alone. Come on. This is fucking bullshit. Bullshit? Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies. They're the only people you speak to. Ох и сын у тебя, а. Ладно, поехали. Вновь куда-то развлекаться с ним. So where's your friend? Burger shot. Направляйтесь в Burger Shot. Там находится друг нашего сына. А жена пошла на. Yeah, nice to see the kids are still hanging out at the burger joints. Me and the guys, we'd go down to the diner after class every day. You know, get milkshakes, fries. Ew, please. You know, you're really creeping me out. I'm trying to relate to you. No, you're trying to take me on some nostalgia trip. You're such a cliche. Oh, says the dope-smoking, game-playing, live-at-home world owes him a living millennial. I knew it. I knew it. The mask is gonna slip. The monster's been exposed. The hell are you talking about? The real you. That bitter, vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times... I love you. Look, I'm sorry if I don't express that correctly. But why do you think we're here together? You really have to meet my friend? Yeah, I really do. Then please don't get weird. For once in your life, don't be weird. There he is, the friendly neighborhood drug dealer. Yo, brother man, what's man? Up? What's up, man? Good to see you. What are you turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto. Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Ah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah. Come on, man, what the fuck? Jimmy. Just hold on a second. Oh, all right, later on. Careful with that. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. All righty then. Now what? Can we just get back to the house, please? Вернитесь домой. Хорошо. So, want a drink? I'm driving. Because normally you're such a between the white lines, friend to the pedestrian kind of guy. Fine. Give it here. Дал Майкл что-то там выпить. Okay, your turn. Maybe when we get home. I'm starting to feel. Вот это офигеть. Повело его. Че это он выпил вообще? По-моему, до дома не доедем. Ай, как ее несет, просто кошмар. Vets have been using it for decades. Ветеринары давно используют это средство. You're fucking protecting you from yourself. Also, I took money from your bank account and I'm moving out. Чего? Он снял.
мой сын снял все мои деньги с банковского счета и решил уйти. И теперь говорит, прощай, отец. То есть, это все специально он сделал? Офигеть, как вообще с Майклом семья поступила. Жена ушла нафиг. Сын предал своего офигеть отца. Чего? Чё это за зоопарк? Чё за обезьяны? Офигеть, вот это поворот. Чё происходит? Египетское НЛО. Нас НЛО забрали. Это нормально? Здорово, парни. А зачем я вам нужен? Чё-то потрогали, помяли меня и скинули вниз. Что происходит? Просто не пойму. Я лечу. Я умею летать. Офигеть. Офигеть, только по-моему сейчас я разобьюсь. Мне кажется... Давай, взлетай. У него в голове воспоминаньки крутит, слышите? Дочь говорит, типа... Жена его. Что, меня отпустило уже теперь? Офигеть. Вот это глюки, а. После этого напит... О, еще и проблевался. Хорошо-то как. Чё я в трусах вообще? Джимми, you little shit. Джимми, говнюк ты маленький. Бедный Майкл, а как мне его жалко реально. Так, Майкл, давай возьмем велик. И поехали. Так, как быстро ты их тебе уже забыл. Помню капс. Так это... Чё-то не, быстро он не едет. Я нажимаю на капс. Нифига. Ну ладно, потихонечку поедем. Все равно тут недалеко ехать. Неужели он уже свалил из дома, а? Скорее всего так и есть. Все деньги забрал, падла. Нет его, hey! Скорее всего. Он не пошутил, он всерьез сказал. Kids? Так, стоп. Показано, что куда-то сюда. Но, как бы я ни бил по двери, открыть ее не могу. А, нам ниже надо. Я, извините, затупил. Нам ниже куда-то. Куда-то вот сюда. Michael, I think you finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend, and then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. Well, we've decided to move out. Jimmy свалился. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please, don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. Да, так и есть, не бросили Майкла. И Джимми, и его жена, и дочь. Да. Жаль Майкла. Он-то, в принципе, ни в чем не виноват. Если так вот вдуматься. Это они как-то к нему нехорошо дышат. Майкл ни при чем. Это мне так кажется, по моему мнению. Я вот так смотрю на все это. Теперь вам доступный... Да какая нахрен йога? Не буду заниматься йогой.
А что мне 3000 сняли? Обалдели, что ли? Так, посмотрим, что у нас там по заданиям. Да и не надо автомат доставить. За Майкла задания, я гляжу, вообще нету. Есть вот дополнительные задания за Франклина. Давайте выполняем. Где там Франклин у нас? Дома. Ух ты! Девочку к себе привел, неплохо, неплохо. А чё эти титров нету, а? I want a family. I need some security in my life. Goodbye, Franklin. Я ничего не понял, что они сказали. Видимо, он сказал, я правильно, я в первый день не могу, ты что? Скорее всего, не так, конечно, но... Да ладно, не столь важно. Так, ну что, Франклин, поехали на задание. Лестер, есть предложение, жду на пирсе. А, это основной квест. Нет, давайте дополнительные повыполняем. Основные никуда не денутся. Дополнительные, это... Вот они два. Вот их и выполним. Там еще где-то третий я видел. Далеко ехать. До него, так что... Вот эти два выполним, и на сегодня, я думаю, хорош. Или один, может быть, даже выполним. Кстати, блин, машинку бы улучшить Франклина, а? Так, ну что тут? А, нет, еще надо проехать. С тобой что ли надо поговорить? So I take it I can count on your attendance, friend. Huh? At the smoke inn. Where what? Это тот мужик, который косяки давал. Опять наркомания сейчас. It's very effective. I'm prepared to be a martyr, friend. Are you? Shit, if being a martyr means to smoke good weed, for sure. Would you like a little warm-up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? You know, get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here. Майкл уже курил от него. Тревор и теперь еще и Франклин, а? У Майкла были инопланетяне, у Тревора клоуны. У Франклина кто будет? Man, it seems a little dry. Can't you see the aliens? Man, what else are you taking? Чувак долбанулся. This shit is garbage. Anyway, just get the stuff. It's a revolution, and then call me. Crazy motherfucker. А правда ничего не произошло, глянь. San Andreas needs you. I'll text you where the stuff is. Hey, go quick before someone sees you. And look out for the cops and the monsters. They're everywhere. Наркоман сраный, а? Ладно, погнали тогда на задание. Чего тут? А, все нормально, просто коробки валяются под машиной. Так. Не, вроде все в порядке. Ну, Франклин, он укур уж сам по себе, он всегда курил, и для него это фигня показалась. У него никаких глюков нету, видимо. Хотя, стоп, подожди, задания пропали. Вообще нет заданий. Чё-то не понял. Нет, видимо, сейчас что-то происходит все-таки. А там... Какие копы? Товарищи копы, вы что? Не дурите, одумайтесь. На, падла, без дури остался. Блин. Какого хрен за мной коп, Ч
Сейчас оторвусь еще. Я тут вообще спрячусь. Ну, в принципе, нормально припарковались все. Не-не, строители, вы тут работаете, работаете. Я прячусь от копов, тихо. Припарковался, конечно, я удачно. О, все. Да ладно, я теперь не выйду отсюда, что ли? Ну, контакт Барри. Нахрен ты контакт его взял? Это наркомана. Да блин! Заехал на свою голову сюда. Ну, давай! Извините, мужики. Все, поехали. Не агрись там. Все нападать начали мне резко. Конечно, я им все разбил там. Так, где-то у нас следующее дополнительное задание. Далековато, честно говоря. Давайте тогда вон съездим вот сюда для начала, улучшим машинку. И потом на дополнительное задание. И на сегодня, я думаю, хорош. Тихо. А что у тебя с деньгами, кстати? По-моему, все в порядке. У него там достаточно денег, так что можно раскошириться и улучшить машинку. Ну давай теперь улучшим. Надеюсь, там открылись улучшения, которые были закрыты. По-быстрому надо все улучшить, не зацикливаться особо. Ремонт, конечно. О, да, многое открылось, кстати. Практически все. Усиление брони на 80%. Давай. Так, тормоза. Спортивные тормоза. Бамперы. Ой-ой-ой-ой. Офигеть. Какие красотки. Так, ладно. Сейчас подумаем. Look, it's sharp. Карбоновый сплиттер. Так, стоп. А, все, все стоит. Я что-то задумался. Двигатель улучшенный. Уровень третий. Вот это сейчас точило будет. Сдвоенный титановый. Ой, красотка. Капот. Карбоновый. Клаксон. Это не столь важно, конечно. Фары. Ксеноновые.
Соединенных. Как тут раз выберем? Синий. Номера. Пусть такие. Краска. Основной. Так, все получается. А, еще каркасы шасси. Крыша. Карбоновая крыша. Все карбоном обшили, офигеть. Пороги. You got great taste. Спойлер. Ой, блин, зато мы тебе тащил сделали, а? Спортивная подвеска. Гоночная, вообще офигеть. Почти все, кстати, разблокировано. Колеса. Свет колес. Так, начал колес выбрать. Спорт. Самые дорогие тут вообще. Ну-ка. Вот эти получается, что ли? А нет, тут еще есть. Это долго выбирать, пусть вот эти будут. Цвет колес. Пусть черные. Зеленые. Патриотичные. Так, стекла. Среднее затемнение. Все, готово. Вот это я улучшил Франклину машинку, а? Вот глядите, а? Просто черный монстр. Спасибо, что присоединился к борьбе. Вот данные о товаре. Действуй быстро и не забывай. Идите нафиг. Пристал со своими наркотиками, а? Чего? Круги появились. То есть там товар этот, что ли, как я понял? Ну ладно, хрен с ним. Поехали. Ух, вот теперь я погоняю. Да оно уже летает. Просто взлетает. И вот... Тормозить вообще нереально. Так, где-то тут задание наше. Не пойму. Тут что ли в переулке где-то? Нет, где-то тут. Gaia, motherfucker, would you stop doing this shit? А вот он, в мусорке сидел этот фотограф. Сраный, а? Trevor Phillips, but I doubt if you want a picture of him. Oh, wait, wasn't he in the men's room? Nah. Oh, shit, I gotta tell you, this is unbelievable. Ah, crap, that hurt. Man, I'm not gonna be able to do a reality series about me. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big, I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamorous life I lead, huh? Good. Yeah, boy, oh, yeah, boy. Фрэнк, как ты дружишь с этим дурачком, а? I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look, this, if you get a chance. Right? I mean, there's no rush.
okay? Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are, right? Yeah, well, whatever, man, all right. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. И Глэд полез обратно в мусорку. I'm good. I'm good. I'm okay. Wow, everything's good. Ничего ты не понял. Что-то непонятно. Что-то поговорили, поговорили и все. Ну-ка. Карту откроем. Ну тут новое, по сути-то, ничего не появилось. Ну вот он еще дополнительный квест. Ну, до него ехать очень долго. Ну давайте подождем, может сейчас что-нибудь появится. Ну, видимо, нет. Значит, надо заканчивать на этом серию. Да, давайте закончим на этом серию. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи. Всем пока.